Всем привет, и сегодня мы отправляемся в Сарапу. На самом деле, просто так прогуляться поехали. Давно уже не ездили туда. Последний раз, по-моему, это вообще было летом. Ну и чего, и летом тоже съездили. Как радостная маска. Прикольный какой-то. Между прочим, во всех сайтах, где, например, достопримечательности Сарапула, не указано ни на одном, что есть такой здесь памятник. Я считаю, это как бы косяк. Конфетки сарапульские.
еще автопальф. Сразу психологическая фабрика очень ценится, особенно в Удмуртии. А с учетом того, что мы заехали и купили довольно-таки свежие конфеты, сколько им, неделя всего лишь. Вот, поэтому мы тут же решили их распечатать и сожрать. А так мы купили ассорти, там полный рендом. Кстати, это у них новинка. Идут палочки, их раньше не было. Стандартные конфетки идут примерно одну треть. Вот. А это уже с новыми вкусами, которых нету в базовых конфетах. Базовая комплектация. Да, базовая комплектация конфет. Короче, у нас есть сколько там конфет? Их вот столько. Ну, там вкусов 6. Десяток конфет. 6. На самом вкусов. Деле мы одну уже сожрали, банановую. Она была вкусная, прям тает во рту. Вообще там все конфеты тают во рту. А, следующие. Смотрим. Это кокосное. Блин, нафиг знает, что это. Не кокос. А что там персик. Есть? Это персик. Персик? Да. Мне сейчас показалось, она белая, она желтенькая. Ну, банан мне больше понравился, как у меня. Это очень сладкое. Ага. Прямо реально вообще дико сладко. Телефон спал. Короче, персик не рекомендую. Персик не очень. Продолжаем нашу дегустацию конфет кондитерского сарапульского завода. Нам осталось попробовать клубничные, кокосовые и из этой. Там на видео какую-то всю коробку раз. Из этой, из кураги. Давай уже кокос, хочу кокос. Кураги. На, кокос. Вот это кокосовое. Благо их по две. Да, их много. Еще палочки длинные, их можно ломать. Кокос, он прямо вот выраженно пахнет сразу кокосом. И вот точно не всё не перепутайте, как персик с курагой. И он вкусный. Вообще. Кокос. Те, кто любит кокос, кушайте конфетки. Да. Так, следующее. Мы попробуем. Так. Где-то тут была курага. Произошел телепорт в одежде. А, мы на выезде. Да. Давай, поворачивай быстрее. Что, начинаем? Так, ну. Так. Курага, значит. Курага такая, как персик, только она менее сладкая. Я еще не попробовал уже, говоришь. Да, я же просто съел. Что с курагой? Это же курага, да? Это курага. Там кусочки кураги попадаются. Мне что-то в этот раз не попадаются. Мне вообще хорошо попался. Я сегодня нажал. Нашел. Что в кураге прикольно, что там идут кусочки кураги, которые маленькие, попадаются так, и они очень вкусные. Они не сильно сладкие, но клево. Еще молоко.
вообще тема с этими палочками. Я всегда раньше думал, что птичье молоко — это реально птичье молоко. У тебя есть какая-то фабрика, где птичьи доят. Как коров. А, кстати, у нас в России производится где-то еще птичье молоко. Ну, в плане того, что именно своя марка. Ну, как название, именно птичьего молока не должно быть. То есть в Удмуртии только славится птичьим молоком. Приезжайте к нам в Удмуртию и пробуйте птичье молоко. Как бы странно это ни звучало. Катя, победители. Не знаю, что ты хочешь. Дай банан. В общем, победителями становится банан. Однозначно банан. Ну, самый, который не очень, это персик. Он слишком сладкий. Персик на дуре слишком сладкий. Аристократ. Он так и называется? Да, он очень шикарный. Он, всякое такое, я не знаю, но внутри начинка с этим, типа варенья, какого-то кисловатенького. И получается такое белое сочетание сладкого торта с кисловатой начинкой. Это просто, просто божественно. Вот, это потрясение было. Мы поехали уже ужасно. Мы особо ничего прям не посетили, ну потому что в Сараполе были уже довольно много раз. Я опять вру. Это уже полноценный. Блин, реально, там Кама. И, например, там другой прощаться, тоже там классно. У меня вообще, блин, ветер вообще невыносимый. Это мы сделали нужные нам дела. Сидели в спортмастер. Да, купили. Домой. Ехать здесь примерно, наверное, минут 40, может, 50. Ну да, если бы не было. Если фуры не нагонять. Даже прям вообще. Привет! Мы приехали на квартиру, точнее уже день, и хочу показать квартиру, ту, которую мы сняли. Это я стою у входной двери, тут у нас, значит, такая вешалка, можно что-то положить, идет коридор.